Привет, друзья! У меня одна просьба. Максимально распространить этот ролик, чтобы больше людей увидели, как нужно делать. О чем я хотел с вами поговорить? В каждом дворе или в каждом российском дворе вы можете видеть вот такую картину. Канализационные люки криво, косо, как-то, каким-то образом не накрыты, может быть, сломаны. Хочу вас заверить, эта проблема решаема, и очень даже. Вы можете посмотреть на моем примере, как я отправил заявку на восстановление и его восстановили. Я оставлю текст заявления в описании или в прикрепленном комментарии. Вы его скопируете, и вам нужно отправить заявление. Заявление каким образом? Проще всего это делать через интернет, через программу приложения на телефоне. Госуслуги решаем вместе. Если у вас есть аккаунт на госуслугах, ну я думаю, что сейчас у многих есть аккаунт на госуслугах, то вы авторизуетесь в приложении госуслуги решаем вместе. Там находите свой город, находите проблемный участок на карте, прикрепите фото и вставьте туда скопированный текст. Итак, что же я получил после того, как я отправил заявление? Как вы можете видеть, это работает. Так что вам на заметку. Если у вас такая же проблема, то это вам поможет. Напишите, пожалуйста, в комментарии, кому это реально помогло. После того, как отправите и получите результат, отпишитесь. Интересно будет почитать.